Я знаю, что мне повезет. Главное верить в это, друзья, верить и не сидеть на месте и как-то ничего не делать, потому что когда ничего не делаешь, ничего и не получается. Ровно в 20:55 каждый будний день здесь на телеканале «Самара ГИС» мы подводим итоги наших замечательных розыгрышей, которые мы накануне в нашей официальной группе ВКонтакте, адрес вы сейчас видите на экране, объявляем специально для вас. Что нужно сделать для этого? Ну, во-первых, конечно же, смотреть телеканал «Самара ГИС» в это время. Во-вторых, обязательно вступайте в нашу интересную группу. В-третьих, делайте репост. Ну а в-четвертых, оставляйте комментарий под этой записью, которая будет выложена накануне. Но только помните, у нас очень все непросто. Принцип лото. В мешочке 90 бочонков, не больше. Собственно, не меньше 90 и все. И поэтому комментарии под номером 100, 101, 102 нет, не имеют смысла никакого. Друзья, дерзайте, будьте первыми. Ну и, конечно же, совсем недавно мы объявили о том, что можно к нам сюда попасть в студию. Собственно, этим замечательным, мне кажется, поводом, этой возможностью воспользовались наши очаровательные девочки, которые к нам сегодня пришли. Это Юля и Диана. Здравствуйте. 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 Как дела? Как настроение? Все хорошо? Настроение отличное, все нормально. Ну, отлично, замечательно. Юль, ну расскажите, пожалуйста, как вы вот так решили попасть к нам сюда и собственно, как вам повезло у нас здесь на викторине, на нашей игре? Нам вообще с Самара ГИС очень везет. Мы уже не раз выигрывали на Самара ГИС призы, подарки и билеты в кино. Недавно мы выиграли билеты на Куклачева, на шоу «Кашландия». И вот буквально на той неделе билеты на «Винокура», на котором мы пойдем завтра. А все потому, что девочки на месте не сидят, а активно участвуют в наших конкурсах. И скажи, пожалуйста, Диана, тебе понравились кошки? Очень. У тебя дома есть кошки? Две кошки. И как они живут между собой? Когда мы их купили, они любили драться, а сейчас дружно. Дружно живут? Да. Как зовут их? Соломон и Феликс. А, отлично. Ну, два мужчины, как бы, мне кажется, вполне себе могут ужиться. Ну что, давай, наверное, Диана, мы начнем с тебя. Мешай очень хорошо наш мешочек с замечательными бочонками. Мы разыгрываем пригласительные билеты на премьеру. На премьеру спектакля, который будет проходить в театре «Самарская площадь». Правда хорошо, а счастье лучше. На 5 и 6 апреля. Ну, номер. Вытягиваем. Номер 32. Номер 32. Вам отправляется вот этот первый наш замечательный билет. Ну, Юля, давайте, сейчас кто-то сидит. У меня счастливая рука. Между прочим, это она сама сказала. Если что, не обессудьте. Итак, это будет наш счастливчик под номером... Номер 58. Номер 58. Ну вот, замечательные свежие номера. Еще мы их ни разу не вынимали. Так что спасибо вам, девочки. Ну что, Диан, ты говоришь, вроде как привет приготовила кому-то. Вот камера на тебя смотрит. Я передаю привет своей учительнице Юлии Юрьевне, а также моим родным папе, бабушке и моему братику Лукасику. И кошкам. И кошкам. Здорово. Юль, спасибо, что пришли. Спасибо, что заявились на участие. Но вам, друзья, хочется сказать, вам непременно повезет. Я это знаю. И давайте уже поднимайтесь с дивана, бегом в социальные сети. До встречи.